1 сентября – День знаний. Праздник не только для студентов и школьников, но и для РПС. И сегодня мы запускаем масштабный проект «Футбол в школе». 48 регионов страны, более 2000 школ и около 400 тысяч детей примут в нем участие. Ну а мы начинаем здесь, в школе номер 2097 в Москве, куда приехали наши амбассадоры, чтобы рассказать детям о проекте. Проект «Футбол в школе» создавался Российским футбольным союзом при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации для максимального вовлечения детей школьного возраста в наш всеми любимый вид спорта футбол. Именно с урока начинается любовь к виду спорта. Соответственно, придя на урок, ребенок узнает о футболе. Насколько учитель проведет интересный футбольный урок, настолько зависит, какое количество детей захотят заниматься им в дальнейшем. В каждой школе, которая принимает участие в нашем проекте, предоставляется базовый комплект инвентаря. Это 40 мячей футбольных. Мы понимаем, что для того, чтобы организовать урок физкультуры, чтобы каждый ребенок смог на нем заниматься, нужно предоставить каждому ребенку мяч. Поэтому 40 мячей школа получает от РФС, плюс весь специализированный инвентарь. Фишки, манишки, конусы. Проект, который организовал РФС, футбол в школе, это замечательно для подготовки начальной, прежде всего, познавания азов футбола детей, которые будут приходить в специализированную школу, для того, чтобы им уже не с нуля начинать, а с какого-либо гандикапа. И профессиональный тренер им будет давать уже те основные азы профессионального футбола, которые им потребуются в будущем, если они захотят достичь успеха. В моей школе никогда не было, что пришел условно Филимонов, да, если пришел ко мне, не знаю, там, с ума сошел. Наверное. Видим по эмоциям ребят, что они рады нас видеть, для нас это тоже важно. В первую очередь для детей это, наверное, поддержка. То есть ребята, которые занимаются просто в школе, да, но у них нет возможности, финансовой возможности покупать какие-то бутсы, покупать мячи, покупать вратарские перчатки и остальную атрибутику. Это, конечно, тяжело найти им большое подспорье. И для российского футбола мы можем получить, наверное, каких-то детей, которые где-то мы теряем и не досчитываемся уже на профессиональном уровне. У нас сегодня двойной праздник получился, потому что 1 сентября, понятно, эмоции, когда встреча, разлуки, после долгой разлуки, когда все новое, ожидание, чудо, понимаете, и вдруг совпадение, и еще одна прекрасная новость – это участие в этом федеральном, общероссийском проекте. Мы раньше постоянно, в 4 классе, когда я был, постоянно играли в волейбол, и потом, когда я узнал, что будет футбол у тренера, я очень сильно обрадовался и с друзьями рассказал эту информацию, и они тоже были рады. Когда я была маленькая, со мной постоянно папа играл. И я многому чему научилась тогда, и сейчас мне намного легче играть. Я когда узнала, что мы целый год будем играть в футбол, я очень обрадовалась. Даже те дети, которые просто слышали слово «футбол», они хотят в него играть. Очень мало детей, которые говорят: «я не хочу играть в футбол». Просто нужно это все в правильное русло направить, и тогда будет все отлично.